наши. С вами я, Светлана Ата, и сегодня вместе с вами заодно и поболтаем, и заодно расскажу, какие у нас новости, а то два дня не делала блоги. Все, поэтому соскучилась по вам, и вы, наверное, хотите узнать, какие у нас новости. Ну так вот, мои хорошие, заодно я буду убирать косметику свою. Я вот помыла вот такое приспособление, очень удобно. Машинки, кстати, положила. И сейчас буду все собирать и рассказывать вам. Ну так вот, о чем я хотела с вами поговорить. Прежде всего, что у нас нового в семье происходит? Новое то, что мой муж неожиданно решил сесть на пост. Это он изъявил 2 часа ночи перед началом поста. И у меня весь график изменился. Почему? Потому что я его должна кормить 4:30. Может, я могла бы лечь раньше, но сейчас никак не получается. Лечь раньше, так как нужно поддержать мужа, да? И я как могу поддерживаю его? Я тоже не кушаю целый день, но я без кофе никак не могу. И без воды. Я могу не кушать, но без кофе и с воды никак. Но я вот стараюсь вот хотя бы в этой ситуации его поддержать. Встаю поздно, так как я ложусь очень поздно. 5:30 сегодня легла, представляете? Встала 1:30, вообще график. Я даже ему говорю: Ашка, что происходит? Я только сейчас 5 часов, и я только сейчас привела себя в порядок. Это как можно вообще? Потому что зумбу нельзя включить, потому что он спит до 4. Ему трудно это, он не курит сигареты сейчас и борется с этим, и спит. Как я включу музыку, скажите? Если не жена, кто его поддержит? Ну вот, что я хотела вам сказать, что вот такое вот у нас происходит в семье, и вот я сейчас буду скоро готовить ужин. И я вчера, знаете, что тоже с ним вместе поела, и очень об этом жалею. Потому что я привыкла не есть, а нажралась от души, и сейчас так страдаю. Ну, так вот, вместе с вами раскладываю. Кто-то хотел, чтобы я написала и показала мою косметику. У меня сейчас не такая косметика. Ну вот, много чего есть тоже хорошего. Туши у меня 3 или 4 штуки. Вот такая черная. Вот такая вот тушь. Водостойкая. Покажу по ходу, кстати, какая еще есть, потому что я все так сложила сюда. И посмотрим. Вот такие вот мне очень нравятся. Они уже, видите, заканчиваются, но очень хорошие, не смывающиеся помады. Карандаши полно. Ну, в общем, каждой фигни полно всего. Карандашики-марандашики. Я люблю, но сейчас дома тоже сейчас возиться. Помады у меня есть немного, но есть. Лореал, тут такие турецкие. Вот еще вторая тушь, я ее стараюсь дома, она не такая сейчас. Сейчас я намазала вот эту черную, а остальное все такое, более-менее. Ну так вот, на чем мы с вами остановились. Вот у нас сейчас происходит такое, мой муж постится, не знаю, здоровьем, как ему, слава Богу, Бог ему помогает. Мы боялись, но сегодня он уже кушать не хочет. Вчера было трудно, а сегодня он уже кушать не хочет. Такой у меня для бровей, подводка для бровей. Вот нужно вот здесь наносить. Тоже все покупала в Арсене. Вот такая помада тоже ревлоновская. Кто-то спрашивал, вот ревлон. Такой номер красный у меня. Я люблю красный. Вот такая тушь синяя, Maybelline. В общем, такая тушь тоже. Дофига тушей. Так, ну это обычная такая помада турецкая. Это лореаловская. Это тоже лореаловская. Красный оттенок. Так, это я Mary Kay. Какой у нее оттенок? Такой малиновый. Люблю я, да? В общем, сидим, ну это, вы сами знаете, какая. Так, это у меня. Моя дочка мне подарила такой цвет у нее. Посмотрите, морковный насыщенный.
вот эта вот помада у меня тоже красная. Люблю красные. Я здесь купила ее. Кажется, Max Factor. И, в общем, у меня вот такие новости. Ну, тени у меня. Какой фирмы я сейчас не вижу. Подождите, открою. Лореал. Черные. В общем, сейчас продолжу. Решила с этой стороны поставить, потому что так лучше видно меня прежде всего, не так ли? Так вот, что я хотела вам еще сказать. Ну, такие вот тени у меня есть. Maybelline, кажется. Не тени, а румяна, извиняюсь. Румяна нам нужно. Даже нужно сейчас мне их помазать. Так. Мои хорошие. Кисточка. Все для Шкыма и для вас. Волосы сегодня помыла моими новыми средствами. В общем, надо сесть и разобраться, все спокойнее. Вот видите, уже у меня так выросли, кажется. Ну, посмотрим эффект, какой будет потом. Кстати, принесли моему мужу хлеб. Так, ну вот подводка у меня, раз подводка. Не помещается, надо вторую такую себе купить. Вот вторая подводка. Вот многие говорят, даже не знаю, как это называется, брови подвожу этим. Сегодня, кстати, не подводила. Очень удобно. Очень удобная вот такая вещь. Рисуй себе брови, какие хочешь. Как раз взяла цвет тон моего. Цвет в тон моих бровей. И, в общем, вот такие вот дела, мои хорошие. Видите, очень удобная. У меня уже второй год она. Так, и это мне насильно предложили Maybelline. Представляете, была в магазине, и там одни девушки прям сразу раз-раз намазали тушь для бровей. Тоже, кстати, очень удобно. Тушь для бровей вот такая. Вы знаете, почему я вам показываю это? Потому что мне многие говорят, покажите свою. Говорю, мне даже ничего такого показывать. Но раз вы хотите и изъявляете желание, пожалуйста, смотрите. Так, я вот... Что мне еще есть интересного? Ну, вроде бы... Эта штучка, кстати, очень удобно все. Кисточки. Кисточки. Такой карандаш у меня уже, остатки роскоши. Тут все кисточки, кисточки. Сюда их положим. Так, это можно сюда спрятать. Мне еще вот я показывала, приобрела набор, фанетку такую. Revolution. Ну, редко пользуюсь. Так, вот такие у меня еще есть румяны. Max Factor. Тоже очень хорошие. Уже подходят, заканчиваются. Так, ну... Капли роскоши остались. Духи такие хорошие. Очень мне нравятся. Версачи. Пробники маленькие. Ну, я думаю, тут ничего такого интересного нету. Больше. Вместе с вами навела порядок. Ну, может, и так видео очень длинное. Вот сегодня первый раз пользовалась таким маслом для волос. Вот мой новый крем я купила и в Роше. Как раз моего возраста. Так, ну вот смотрите, этот я уже закончила. Моя подруга говорит, не покупай, он образует морщины. Раньше у меня был вот такой вот Dior крем. Ночной, дневной. Очень довольна. Уже остатки роскоши для глаз осталось. Поэтому я и в Руши не заказала, потому что у меня вот еще есть. Очень я довольна им. Смотрите. Короче, очень. Ну, я думаю, что мне хватит на год еще. Так как я пользуюсь им. Так, ну, нейтрогену я вам показывала. Кстати, сыворотку хочу купить, как она закончится. И в Руше. Вот такие кремы для рук. Это тоже и в Руше. Но он мне не хватает. У меня сушит кожа. Так,
ну что еще здесь такого интересного? По-моему, ничего такого интересного нет, что я могла вам показать. Так, ну что, буду заканчивать. Мне нужно идти готовить кушать и буду вам записывать как раз видео. Здесь у меня дофига и больше. Я очень много чего здесь есть. Очень много я отвезла дочке. И вот начинаю сейчас опять приобретать. Вот, посмотрите, сколько у меня лаков, а? Разных вот этих наклеек, маклеек, все здесь. В общем, девочки, мальчики, покажу я вам это следующее свое. Тут разные сережки, мережки. Люблю я этим заниматься, тем более начала сама. Еще там у меня специальное приспособление есть. Приспособление, кстати, это Ива, но он мне очень нравится. Так, хотела поехать же в Москву, думаю, в Duty Free куплю себе парфюм нормальный. И вот видите, как все, обстановка эта. Маска моего мужа здесь я постирала. И сейчас, знаете что, будете смеяться, на время карантина из-под конфет свои заколочки сюда положила. Потом хочу приобрести нормальную себе. Ну что, я пошла готовить, кушать. А то уже скоро 7 часов. 7:30 все должно быть готово. Кстати, вы знаете что? Почему я так оделась? Что-то похолодало. И не могу понять, с чем это связано. Похолодало, друзья мои. Покажу сейчас вам наш мерсин холодный. Не люблю я такой мерсин. Вот. Дождя нету, но видно был дождь. Птички чирикают. Вот что я люблю здесь. Птички чирикают, все слышно. Слышите? Цветочки хочу пересадить. До сих пор не пересадила. Как солнышко выйдет, так. Но мне надо ложиться по-другому, наверное. Как-то что-то придумать надо. Потому что у меня другой совсем режим. У мужа один, у меня другой. А я сейчас под него подстроилась, и я ничего не успеваю. Пошла я на кухню разбирать посудомоечную машину и готовить кушать. И смотрите, что вкусненького я приготовлю. Вот я решила сегодня приготовить суп мерджимик. Вот посмотрите, как я его готовлю. Все побросала, и все, проблем нету. Варится оно, потом соль, пряности и все. Смотрите, сейчас я приготовила кастрюлю. Буду готовить кабачок. Полный его рецепт, смотрите, в моем плейлисте «Готовлю дома». И вот я решила, посмотрю, проэкспериментирую. Бульон куриный у меня с домашней курицы остался. Чуть-чуть добавлю для вкуса. Ну все, пошла я готовить, а вы следите за моим видео, не переключайтесь. Мои лапули, только что я приготовила мерджимик, сбила его блендером. А здесь у меня как подходит уже новая еда. Потом посмотрите рецепт ее. Знаете, что хочу вам сказать? Вот на священный месяц Рамадан готовят специальный хлеб. Пиде называется. Боже, какой он вкусный, когда горячий, друзья мои. Вот готовят его, и нам сейчас мы даем деньги, КПЖ нам приносит, так как нельзя выходить из дому. Он такой вкусный, такой малосольный. В общем, вот этого... Пиде я вчера и наелась, хотя давно не ела хлеб. Вы видите? Всем приятного аппетита. И у меня еще плов из риса. Так, буду заканчивать на этом мое и так длинное видео. Вы увидели, что я готовила на ужин, что я, как я с вами разговаривала. Всем пока-пока. С вами была Светлана Ата. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Вот так у меня получилось. Готовьте на здоровье. Приятного аппетита!